Российская академия наук подтвердила, что Магадан достоин звания «Город трудовой доблести». Колымский парламент получил экспертное заключение РАН. Документы на экспертизу отправляли в апреле. Напомним, в областную думу с инициативой выдвинуть Магадан на присвоение почетного звания обратилась мэрия города. Поддержку выразили также общественные палаты региона и областного центра. Вопрос был рассмотрен в марте. После этого историки, архивисты, музейные работники, юристы объединили исторические материалы, свидетельства, подтверждающие большой вклад магаданцев и предприятий города в достижение победы. В годы Великой Отечественной войны Колыма и Магадан были фронтом ударного труда. Несмотря на нехватку рабочих рук, техники, материалов, труженики Колымы в военные годы дали стране 55,5% всего добытого золота в СССР. Производственные коллективы Магадана, 11 предприятий, поставляли одежду и продовольствие для горнорабочих. Рабочих обеспечивали ремонт оборудования для шахт и приисков. Сейчас ходатайство о присвоении городу Магадану почетного звания «Город трудовой доблести» на подписи у председателя Магаданской областной думы Сергея Абрамова и губернатора Сергея Носова. Его с полным пакетом документов и положительным заключением Российской академии наук направят президенту России Владимиру Путину. Окончательное решение примет Российский оргкомитет «Победа».